Вот насчет науки я не знаю, какая им нужна реформа, потому что я уже давно не в науке. Вот. Но что касается преклонного возраста, это никогда не может быть причиной, потому что именно в преклонном возрасте человек становится мудрым. Именно в преклонном возрасте человек старается работать на благо Родины, и у него пропадают вот эти хапужнические и амбициозные интересы молодости. Поэтому преклонный возраст никогда, и в политике, кстати, в том числе, нельзя допускать до власти детей. Именно так был разрушен Вавилон в свое время. Поэтому Авессалом и так далее, все вот эти революции, все управляемы были молодежью, в результате чего Вавилонское царство развалилось и было завоевано царем Дарием. Поэтому это, так сказать, экскурс в историю, но на истории все-таки иногда, на ее ошибках надо учиться. Собственно говоря, что я предлагаю нашей науке.